Военнослужащие на своем примере показали, что значит любить родину и не спасовать перед трудностями. С помощью карт в презентации участникам встречи рассказали о ходе сирийской и афганской войн. Неподдельный интерес студентов вызвали рассказы ветеранов, побывавших в горячих точках. Наше поколение должно знать своих героев, должны знать подвиги военнослужащих и их продолжать и приумножать. Не дай бог, конечно, чтобы наши дети участвовали в каких-то локальных войнах, но к этому надо готовиться и всегда стоять на страже своей родины. Это люди, которые прошли через горячие точки, видали смерть своих товарищей и знают, что такое служба, что такое защитник Отечества. Напрямую общаясь с героями, школьники и студенты намного лучше погружаются в историю родной страны. Также это отличный шанс примерить на себя армейские будни, ведь многие ребята – будущие защитники Отечества. Приглашенные гости выражали в своих выступлениях одну самую важную мысль. Молодое поколение должно знать подвиги своих героев и быть готовым защищать родину.